Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шлык, мы продолжаем играть в Вэлла Ноир. И мы едем расследовать, точнее не расследовать, а разбираться с очередным уличным преступлением. Вот. Едем. Опять мы далеко уезжаем от пункта назначения, но ничего не поделать. Я не знаю, если тут всего 40, это уже наша пятая, если мы так все 40 уличных... Берем на себя нарушение. Что, он битой кого-то хренячит, и он надел кастрюлю на голову? I'll show you. Yes, sir. You're not going to control my thoughts anymore. Calm down, sir. You'd like that, wouldn't you? Хм. Фига тут, короче, тип с битой в трусах и с кастрюлей на голове. LAPD! Не причинив ему вреда. А как я его задержу, не причинив ему вреда? Put your hands in the air! Put your hands... Давай, я его почти догнал уже. Don't make me chase you. Да блин, что ж он так быстро бегает? You don't understand. Someone has to stop the Venusians. Блин, вот этот, конечно, их метод... Дать мне побо... Что? Я упал с труб... Да ну нафиг, это отстойка. Но это, видимо, заскриптовано так должно быть. Я не думаю, что... Да, он, видите, он стоит, нас ждет. Это как бы было заскриптован такой метод. Метод погони. Хотя хз на самом деле, может и нет. Ну да, нам же показывают ролик. Farewell, cruel world. Или это провал миссии? Это провал миссии сейчас или... Ну, я хз. Уличное преступление раскрыто, но очков нам не дали. То есть это... А, хотя опыт дали, слушайте. А, да все норм пойдет. Уличное преступление, что, одним психопатом меньше стало. Нормально. Нормально. Так, давайте врубим сирену. И поехали. О, нам тут практически по прямой. Нам тут практически по прямой ехать. А может быть даже не практически, а реально по прямой. Так что едем мы с мигалками, нам все будут уступать дорогу. Можем вообще не заморачиваться. Блин, сейчас вот интересно, опять будет уличное преступление или нет? Я надеюсь, что нет. Потому что мне уже хочется приехать к пункту назначения. Хотя хз на самом деле. Может, мне не хочется. Ага, ну мы уже приехали к пункту назначения. Я сомневаюсь, что они будут выкатывать уличное преступление прямо на подъезде. Хотя, если они рандомно как бы срабатывают, то есть по времени, то, в принципе, вполне может быть. Так, ну отлично, мы доехали, замечательно, дом Блэка. Мы пока ехали, пяток преступлений раскрыли нормально. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm not good at this shoulder to cry on stuff. Я терпеть не могу все эти сопли. Так, окей, заходим. Just a minute. Just a minute. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Так, что-то она как-то... Маргарет Блэк, окей. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct.
The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. Когда он не пришёл. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name InstaHeat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window. Под стеной дома. At the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Так, осмотреть дом блоков. Come on. Seems irrelevant. Это, похоже, к делу не относится. А это? No good to me. Мне это не пригодится. Это типа можно осмотреть. А вот фотки. Фотки, в принципе. А, ну. Circumstantial. Мелочь. Так, ну это все, я думаю, лишнее. Ну давайте еще на кувшин посмотрим. Not sure this means much. Вряд ли это что-то важное. Ну да. Так, в корзине нифига нет. Чашка. Have a good look around. There's gotta be something in here to go on. Должна быть какая-нибудь зацепка. Телефон, ничего с ним нельзя сделать. О, новости. Новости по-любому нужны. Историю заголовок. Психоампирайон предлагает помощь ветеранам. Ну, давайте посмотрим. Что тут будет? Lie down. Make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's. Yes, doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. I'm going to give you something to calm your nerves. Want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past, occasions that made you laugh, times that made you smile. Блин, жестко. Он ему что-то вколол. Ага, 2 из 13 газет. Блин, ну я буду все-таки газетки-то смотреть. Kavanaugh's. So who brought this home? Кавана, кто принес это домой? Непонятно. Так, окей. А сервиз вот этот? Не, ничего не... Никак вроде бы. Хотя тут как-то музыка так... Ощущение, как будто все-таки тут что-то можно посмотреть, не? Так, ну тут мы уже все посмотрели. Так, что тут на кухне? Ага, еще одно кавана. Бару кавана, Лос-Анджелес, Калифорния. Спичечный коробок из бара у кавана. Так, окей. А как позвонить в полицейский архив? А, вот, бар у Кавана. А как позвонить? А, вон, есть телефон на карте. Ну ладно. Я сейчас тут все исследую. Это что такое? Так, давайте с этого буклета начнем.
Инста, горячая вода круглосуточно. Ага, это они поставили водонагреватель, да, который вот они говорили. $82, гарантия 10 лет. Новая улика, инстахит. Так, все типа круто. Окей. Окей, так, и теперь вот это что? Это, видимо, чек за эту, $82, да. Клиент компании, Эдриан Блэк, ну, типа, все заплатил. Там еще дополнительно за установку. $12 дополнительные работы, $11 там доставка. Установили недавно, 2 дней еще не прошло. Может быть, имеет смысл посмотреть снаружи. Так, подожди. Я еще тут не совсем закончил. Так, давайте посмотрим, чего тут. Так, ну давайте на утюг глянем. Это нам не надо. Так, а вот этот порошок? I don't think so. Не, это тоже нам не надо. Так, окей. Больше тут ничего нет. О, мусорка. В мусорках. А я могу в этот, в холодильник заглянуть? Не, никак. Нет, в холодильник не могу заглянуть. Так, давайте позвоним, узнаем, где этот бар. В полицейский архив. Operator, message for KGPL. Сообщение для диспетчера. Соединяю. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Бар у Кавана. Certainly, detective. One moment. Kavanaugh's bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks for your help. Так, отлично. Мы узнали, где бар у Кавана. То есть новое место, да, появилось. Так, это выход наружу, да? Но я пока наружу не хочу. Так, я был на кухне. Я был вот там в ванной. Я не был... Ага, это выход во двор. Нет, я пока туда... Я еще не все в доме осмотрел, ребята. Давайте походим. Так, тут серая ручка. Вот тут золотая ручка. Ага, чувак что-то тут уже запалил. О, какой-то билет или что-то тут подозрительное, по-любому. Тихоокеанская северо-западная железная контора. Пункт отправления Лос-Анджелес. Пункт назначения Сиэтл. 3 декабря 46 год. Новая улика. Кому-то не терпелось подальше убраться из этого дома. Во, нашли улику. Так, что еще тут есть? Что тут такое? Давайте на фотку его посмотрим. Вряд ли она поможет. Хотя нет, помогла. А, вот оно как. Моему Эдриану скучаю без тебя и схожу с ума. Возвращайся скорее. Ага, скрытое послание. От Николь. От Николь. То есть он, наверное, подделал. Вот я был прав. Он купил свинью, убил ее в машине, чтоб она кровью все заляпала. А сам свалил к своей любовнице. Вот скотина. Сейчас мы его выведем на чистую воду. Я по-любому это так. Вот по-любому. Я прям чувствую. Стензел. Да, те самые очки. Вот мне чуйка подсказывает, что его нифига не убили. Что он просто себе тёлочку завёл и свалил, короче. И опять у Кавана бар. Бар у Кавана, Лос-Анджелес, Калифорния. Что-то он часто туда ходил. И почему тут везде эти спички или что это лежит? Так, отлично. Тут мы исследовали все. Что это за комната? Это... О, это спальня. Тут сейчас что-то будет... А ну-ка, давайте посмотрим теперь на фотку этой жены его. Отдельные спальни, отдельные фотографии.
Что-то происходит тут однозначно не то. Что-то здесь происходит не то. Так, сейчас мы все найдем. Так, тут у нее, кстати, тоже что-то шкаф собратый, и ничего такого интересного нету. Так, а в этой комнате мы были. Фига у них большой, короче, домена. Ну да, мы тут везде, получается, были, там были, тут были, все. На кухне были, на улице оттуда мы пришли. Тут я вроде бы все осмотрел. Нажмите Ш для поиска улик. А что ты тут стоишь, чувак? Тут вот по-любому есть улика, которую я не нашел. Но я эти все предметы осмотрел. Тут тоже я все осмотрел. Может, на полу что-то? Может, журнальчик? Нет? Креслица? Нет? Да нет, тут ничего нету. Ну, или я что-то не вижу. Ладно, пойдемте пока... О, а вот, кстати, что-то там туфельки какие-то подозрительные. Не подозрительные. Так, ладно, пойдемте на улицу. Она сказала, там на улице находится этот их... Водонагреватель как-то за стеной, да, он стоит. Давайте его искать. Ага, цветочки. Ну и чё, посмотрели на цветочки. Красивые цветочки, ничего с ними сделать нельзя. Вот он, этот водонагреватель, видимо. Нет, подождите, вот он, да. Да, и трубы нет. Нужно собрать эту штуку. Так, ну это однозначно вот так. Так, это я думаю... Сейчас. Нет. Да, вот так. Так, это, скорее всего, нет. А, вот здесь. Вот так. Ну и это однозначно вот так. Ага, и одной части как раз не хватает. Интрига нарастает. Значит, его убили трубой, вынутой из обогревателя. Похоже, нападавший живет где-то рядом. Да свинью он тупо убил, чувак, я уже догадался. Чё ты, блин, он убил свинью и свалил к любовнице. По-любому, я прям вот... Слушайте, на самом деле, такой кайф проходить игру. Вот у меня спрашивают, почему ты записываешь наперед? Да потому что по-любому, вот я это видео... Пишу, ну, сразу в один день, вот какое сегодня число, там 3 февраля, по-моему. Неважно. Смысл в чем? Смысл в том, что какой-нибудь дятел, вот игра на самом деле очень крутая. Какой-нибудь дятел обязательно бы спойлернул. А так вот я сам еще точно не знаю, мне остается только гадать, и это на самом деле интересное ощущение. Вот, никто не спойлерит. Вот, хотя я вообще спойлеров не боюсь, но вот конкретно в такой ситуации, конкретно в таком детективном жанре... Все-таки лучше не спойлерить. Все-таки интереснее так играть. Все-таки речь идет о детективчике. Тут какой-то был звук, или это мне показалось? Ничего тут нету такого. Шланг. Или это не шланг? Да, это шланг. Нажмите Y рядом с машиной, чтобы за руль сел напарник. Да не, нам не надо, чтобы напарник сел, мы сами за рулем будем. Так, я теперь хочу поговорить с... Я теперь хочу... Слушайте, а может сначала в бар Кавана съездить? Хотя вот... Вопросы... Так, ну давайте квитанцию сбойни спросим. О покупке живой свиньи. Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. Так, Фрэнк Морган.
Ну, скорее всего, она говорит правду, я так думаю. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. Very shady character. I told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Так, отлично. Спички из бара у Калана. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. Ну, я думаю, это тоже правильно, потому что куча спичек, он после работы все время. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. По делам. Так, местонахождение Эдриана Блэка. Ну, давайте про место... Did your husband tell you where he was going last night? Куда он направляется? Что съездит выпить с Фрэнком. Ну, я тоже думаю, что она правду говорит. Well, he came home early from work. He never comes home early. Раньше с работы вернулся. And he went out early too. И ушел раньше. Normally never leaves for the bar till about 7. Обычно в бар до 7 не ездит. Так, фотография с подписью Николь. Давайте спросим. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Ну, похоже, что она правду говорит. Хотя я усомнюсь. Ну, ладно. What was the purpose of Adrian's trip to Seattle? С какой целью он ездил в Сиэтл? He was meeting with some distributors. Эдриан говорил, что... Adrian said that it was important to make contact interstate if he was going to grow his business. Хорош, широких связей. Так, отлично. Ага, тут мы, короче, ошиблись, да? Футляр для очков марки Stenzel. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Новую пару. Вот тут-то как раз-таки, мне кажется, она... А давайте скажем... That's a lie, Margaret. You know exactly what Perry was wearing because you were there. You're being flat out ridiculous now. Why don't you show me some proof of where I was supposed to be? Очки. Она говорила, что новые. If I was there, at least I'd know what happened to him. But I don't, detective. And you might not care. But that is the most terrible feeling. Блин, опять неправильно. Алиби миссис Блэк. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? Oh, what an awful thing to say. I was here all night, of course. Waiting for Adrian to come home. Так. Так, открыть блокнот. Что у нас есть? Брошенный автомобиль, бумажник, спички, бара, реклама, инстахит. Квитанция на установку Инстахит. А вот билет на поезд. Футляр от очков, водонагреватель. Блин, вот тут тоже хрен поймешь. Но можно ей билет на поезд предложить в качестве
Давайте сомнения сделаем. Вы были на станции. I've already told you I was here all night alone. Your stack of evidence doesn't change a thing. We'll keep you informed, Mrs. Black. Please do, detective. Так, 3 из 6. А я могу с ней еще поболтать? Find Adrian, officer. Bring him home, please. Так, ладненько. Поедем тогда в бар. А куда нам еще ехать? Чтобы за руль сел напарник. You know the way. You can drive. Fine. Бар у Кавана. Поехали туда. Выбрать место. Пусть едет. Пусть едет, короче. Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type. Well, stranger things have happened. Huh. Ну, короче, непонятно, она убила или не она. Ладно, я думаю, на этом мы этот выпуск как раз закончим. Большущее вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.